Ура! Пиздец всего! Всем привет, компания Ураган. Вот мы собрались на субботний выезд, с нами наш ураганчик, ураган наших друзей-соседей, которые помогали нам, точнее, которым мы помогали, даже скажем так, разрабатывать этот маршрут. Медведь с нами и с нами Тимка. Вот начало. Все пока чистенькие, красивые. Пиздец всего!
скажет наш сегодняшний пассажир? Первый раз было прикольно. Едем, едет, в принципе, везде. Да, и этим все сказано. Не снимай! Да, да, да.
10. Но погода внесла свои коррективы. Ну что, нравится? Да, серия супер. Отлично. В общем, разница в резине прям наглядная. Резина, которая жалеет болото и хорошо едет по снегу. Резина, которая не очень едет по снегу, но не жалеет болото.
Зой! Открыто! Вездеход Тинги решил окунуться в эту канаву. Присоски присасывают его люто. Да, присоски сегодня работают хорошо. Ну, честно говоря, и мы в этот берег не смогли заехать. Ну, слишком уж он мягкий, слишком уж он крутой.
выехать туда. Вот, возможно, какая яма. Серега, ты не спустился, судя по задней колесу. Блокировки включи! О! Сразу поехал, да? Сразу-таки включи. Красавец! Красавец! Я так уже боюсь переломаться. Нашел там какой-то. Там как будто песок или что там, мы тоже тогда мулили? Не песок, а лист.